Рамадан – священный девятый месяц в исламе. Месяцы начинаются в новолуние и каждый год выпадают на разные дни. В 2018 году Рамадан должен начаться 16 мая. Первый день Рамазана поменялся вследствие научно-астрономических исследований и религиозных специалистов, говорит главный муфтий страны Серикбай Ураз. Изначально первым днем назначили 15 число, однако в этом году религиозные представители обратились за помощью к специалистам научной сферы. Сотрудники Центра космических исследований и технологий с помощью астрономического оборудования сообщили, что можно увидеть новолуние 16 мая. Если видно новолуние, то уразу будут держать на следующий день. Если не будет видно, то заполнят этот месяц на 30 дней и будут держать уразу. Специалисты ряда мусульманских стран, согласно сказанному в этом хадисе, говорят, что 29-й день попадает на 15 мая, а 30-й на 16 мая. Однако астрономические вычисления показывают, что новолуние произойдет 16 мая, а 17 мая будет считаться первым днем месяца Рамазан. В преддверии священного месяца размер подаяния остался прежним по сравнению с прошлым годом и составляет 300 тенге. В 2015-16 годах он составлял 200 тенге. По словам специалистов, на это повлияла ситуация на рынке. В прошлом году, прежде чем утвердить размер подаяния, учитывалась цена на пшеницу в каждой области. Мусульмане могут давать подаяние не только в денежном эквиваленте, но и в виде пшеницы, ячменя, инжира и изюма. Они должны отдать его между днем начала священного Рамазана и до ораза Ай. Держать пост начинают 16 мая. Ночь предопределения пройдет с 9 на 10 июня. Куляш Умурзакова, Болат Коныбаев, Ильнур Мухтаров, 77.